Всем привет! Это мотопанорама. Сегодня воскресенье, 2 февраля. И я выехал прокатиться, поболтать с вами, с моими подписчиками и, может быть, теми, кто смотрит меня первый раз и только еще собирается стать моим подписчиком. Обо всем, о том, о сём, что называется. Давайте начнем с Сузуки, который, как вы знаете, я недавно купил и на котором с большим удовольствием езжу, хотя и мало, честно говоря, из-за погоды. Даже не столько холодно, сколько у нас сейчас ураганные ветры здесь происходят. И, в общем, довольно-таки некомфортно ездить на мотоцикле, а нужно выбирать время. Вот. Ну что же, какие новости с этих пор? Сразу можете отметить, те, кто смотрел раньше, я поставил новое стекло, MRA, туринговое стекло, оно чуть выше, и вот имеет этот спойлер, который регулируется. Вот. Должен вам сказать, джентльмены, что не могу я вам доложить, что это очень как-то изменило ситуацию. В общем, честно говоря, как дуло, так и дует. Ну, если изменило, то совсем немного. Совсем немного. Вот. Второе изменение, которое вы можете увидеть тоже сразу, это вот этот вот master cylinder. По-английски он называется master cylinder. По-русски, я думаю, он называется главный тормозной цилиндр. Вот. Но не уверен насчет, как он по-русски называется. Мне тут была критика в мой адрес, что я по-русски плохо говорю. Вот. Но я об этом потом вам расскажу, а сейчас не будем отвлекаться. Вот. И этот самый тормозной цилиндр шел вместе с Brembo, да, вот это Brembo, шел вместе с этой рукояткой тормоза. Потому что первоначально я поставил вот эти вот V-Track рукоятки, рычаги сцепления и тормоза. А потом, как выяснилось, что купил я тормозной, значит, рычаг зря. Вот. Потому что пришлось его опять менять. Таким у меня образом у меня остался лишний тормозной рычаг. Вот. Рычаги мне нравятся, как бы все хорошо, но передний тормоз, вот, ну, должен вам сказать, тормоза у него, у этого мотоцикла, мне показались средненькими. Передний тормоз, потому что задний тормоз у меня, в общем, к нему вопросов нет. Передний тормоз мне не очень, поэтому я и сделал вот этот первый шаг. Следующим шагом, возможно, будут тормозные колодки. Вот. Потому что, ну, честно говоря, большого изменения, опять-таки, я не заметил. Может быть, чувство такое, более, что ли, такое... Более информативно, что ли, сейчас я чувствую этот тормоз. Но, тем не менее, главной цели, чтобы он тормозил лучше, как бы такого, в общем, пока не добился. Я не добился. Вот. Ну и большое изменение. Я поставил новую трубу. Скорпион. Вот он здесь стоит. Сейчас немножко у нас тут грязно, поэтому все тут такое грязное. Вот. Не могу сказать, что он... что эта труба добавила какой-то там звук, прям уж там какой-то у нее там супер-супер, этого сказать не могу. Вот, ну и цель я, в принципе, ставил поставить трубу более эстетично выглядящую. Вот как с эстетической точки зрения, она как бы просто поменьше. Вот, соответственно, как видите, выглядит он, ну, более, что ли, все выглядит более соразмерно, если можно так выразиться. Потому что та труба, конечно, выглядела как вот моя, я уже где-то это говорил, выглядела как будто моя, мой бак для мусора на кухне. Такое же огромный, огромное ведро. Вот, если я сейчас его заведу. Так, сори. И вот послушайте. Вот. Ну, звук так-то неплохой. Ничего не скажу. Но у двухцилиндровых, понятно, звук
получше, на мой взгляд, опять-таки дело вкуса. Вот, и поставил я сюда этот кабель для подогрева жилета, для жилета с подогревом, который у меня есть. Вот такие изменения, собственно говоря. Немножко мучился со скутойлером, который тут у меня под сиденьем. Не буду его открывать. Вот, но вроде так, вроде настроил так, как надо. Посмотрим. Ну, давайте поедем и прокатимся. Да. Вот этот вот тормозной, конечно, цилиндр, или как он там называется, видите, конечно, немножко он выглядит по-другому. Аж не знаю. Мне не очень нравится, как он выглядит, но с другой стороны, не сильно-то и страшно. Вот, говоря о русском языке, я просто должен сказать, по-моему, я тоже это уже где-то говорил, или, может быть, писал, я уж и, честно сказать, и не помню. Я, когда жил в России, я на мотоциклах не ездил. Я и так-то инженер, знаете, никакой. Вот. А учитывая, что я на них там не ездил, я и по-русски многие вещи просто-напросто не знаю, как они называются. Вот. А по-английски знаю, потому что приходится иметь дело. Ну, с этими всеми делами. Соответственно, и путаюсь. Кто-то мне написал, что там иностранец, блин, когда я сказал, что как это будет по-русски там несколько раз. В этом ничего удивительного нет, откровенно говоря. Когда вы постоянно говорите на иностранном языке, часто целый день и часто больше, чем по-русски, то со временем у вас возникает проблема вспомнить слово. Это может быть и на русском трудно вспомнить, иногда на английском. Короче, путаешься. Вот. Любой человек, кто живет за границей, вам это как бы подтвердит. Говоришь по-русски, потом бах, слово забыл. Всплывает английское слово и начинаешь мучиться. Я помню, знал одного парня, у него русский язык родной, у него мама русская. Вот, а отец, не знаю, честно говоря, даже кто. Вот, и он по-русски говорит без акцента, прекрасно говорит по-русски. И как-то мы разговариваем, и кто-то употребил слово «цех». А он говорит, что такое «цех»? Вот. Он не знал, что такое «цех», потому что с мамой он не употреблял это слово. Как бы ни к чему. Вот. Но это немножко другой случай, это не мой случай. Мой русский язык родной, я никогда не стеснялся того, что я русский. Вот, и сейчас не стесняюсь и не пытаюсь из себя как бы выдать себя за какого-то иностранца. Мне это совершенно, честно говоря, не нужно. Никакого смысла в этом нет. Но проблема такая существует, и если вы будете жить за границей, то вы меня очень хорошо поймете. Есть некоторые вещи, которые существуют в этой стране, а в России они не существуют. И наоборот, существуют в России, не существуют здесь. И иногда мучаешься о том, как подобрать для них правильное слово. Поэтому мы, когда вот те русские, кто живут за границей, часто используем иностранные слова, просто вкрапляя их в русскую речь. Потому что так легче. Английское слово объясняет то, о чем мы говорим, более полно, да? Потому что мы говорим о ситуации нашей здесь. Вот, и, соответственно, хотим, чтобы друг друга мы понимали как бы нормально. Поэтому в этом ничего удивительного нет, и ничего плохого в этом, я думаю, нет. Ну, я думаю, что тот человек, который это написал, он просто, может быть, не в курсе. Он об этом не думал, а написал просто так. Что делать? Лучше, конечно, думать. Вот, интересный вопрос мне задал
один подписчик о том, какой мотоцикл я хотел бы взять следующим. Вот у меня Дукати, вот у меня там этот Сузуки. И этот вопрос, конечно, меня всегда, ну не всегда, а долгое время после того, как я Сузуки купил, тоже сильно занимал, да и до того занимал. Вот. И я размышлял, какой взять мотоцикл, потому что Дукати, будучи хорошим мотоциклом, я ничего не скажу, плохого, хороший мотоцикл, он немножко мне, как бы вам сказать, поднадоел, что ли. Особенно меня в нем раздражало это то, что когда его заводишь на холодную, нужно ждать, пока он согреется. Вот это первое, что меня раздражало. И второе, то, что руль блокируется слишком рано, и разворачиваться на нем, конечно, не очень комфортно. Нужно все-таки, чтобы было побольше места, и поэтому, когда поворачиваешь его и утыкаешься в этот ограничитель, то это, блин, как-то вот злит, в общем, злит. Вот эти две причины. А так, в остальном-то, что он хороший мотоцикл. Вот, но я хотел что-нибудь другое и стал, значит, думать, ну что, хорошо, вот купил я Сузуки. Почему я купил Сузуки? Потому что я решил, что надо попробовать поездить далеко. И стал искать, на чем бы это можно было. И, ну, сначала я не... До того, как начать искать, я просто думал, ну, блин, два мотоцикла, деньги тут платить, туда-сюда. А потом мне в голову пришла идея, когда я стал смотреть вот эти все объявления там на сайте Автотрейдер, и увидел, сколько много продается мотоциклов, которые, в принципе, старые, но с очень маленьким пробегом. Вот. И я подумал, а почему, собственно, мне не купить мотоцикл с небольшим пробегом? Что ему будет? Ничего ему не будет, он стоял все это время, скорее всего, в гараже. Вот таким образом я стал искать, и вот таким образом я пришел к этому Сузуки. Причиной было то, что я хотел, чтобы у меня был мотоцикл, на котором можно было поехать далеко. То есть достаточно комфортно ехать, плюс чтобы багаж можно было взять. Вот такие вещи. Какая-то ветрозащита. Здесь не бог весть какая ветрозащита, но все-таки кое-что есть. И я из этого, когда я купил этот Сузуки, вот поездил на нем, и я пришел к интересному выводу, который вот я хотел бы озвучить. Интересно было бы узнать ваше мнение на этот счет. Очень многие люди, и я в том числе, рассматривают мотоцикл, вот когда к покупке думают, вот какой купить мотоцикл. Ну вот там более модный мотоцикл, может быть, да, какой-то хороший бренд там, или там какой-то красивый там, или такой. Вот, но я вот поездил на разных мотоциклах, и когда я сел на этот Сузуки, я вдруг обнаружил, что мне на нем очень комфортно ехать. Вот, не знаю, уж далеко я все-таки на нем не ездил. Вот, но у меня такое первое ощущение, что он для меня очень хорошо подходит. И я стал думать, может быть, надо в первую очередь смотреть на то, подходит ли вам мотоцикл под те цели, которые вы собираетесь перед ним поставить, под ваши анатомические особенности, возраст, вес, физическую силу, я не знаю, там очень много всяких вещей, которые требуются от мотоцикла. Вот. И, соответственно, греет сильно. Соответственно, я стал думать о том, что вот этот мотоцикл как бы мне очень хорошо подходит. И я подумал, а почему я, собственно, хочу покупать какой-то мотоцикл, который там модный там или еще какой. Все-таки, может быть, нужно немножко изменить подход к выбору. Вот. И поэтому я сейчас, вот, знаете, на данный момент я придерживаюсь такой точки зрения, что надо смотреть на то, подойдет ли он конкретно вам. Эта точка зрения моя может измениться. Я всегда меняюсь, когда, ну, получаю новую информацию, и как бы, соответственно, это может измениться. Но вот на данный момент, я думаю, это вот как бы так. Да, то есть этот мотоцикл, он старый. Ему, я не знаю, сколько там, 9 лет, наверное, да? Ну, или будет 9 лет. Вот. Между тем, он мне очень нравится. И я с большим удовольствием на нем езжу, и с гораздо большим удовольствием, чем, например, на Дукати. Вот. Это по этому мотоциклу. Дальше я стал задумываться о том, что неплохо было бы иметь второй мотоцикл. Вот. И тоже... Почему? Во-первых, из таких
можно сказать, почти финансовых соображений. Мой Ducati был на PCP, то есть это вид финансирования. Блин, сегодня, смотрите, февраль, сегодня тепло, 10 градусов или 9, даже жарко. Он был на финансирование, то есть его, в принципе, через 3 года после покупки нужно отдавать или отдавать его в обмен на что-то. И я подумал, что, может быть, не надо ждать, а может быть, надо попробовать ее поменять на что-то более мне подходящее. Потому что Ducati, ну, как бы, во-первых, не так уж мне нравится, а во-вторых, он очень похож вот по посадке на этот мотоцикл, на котором я на данный момент еду. Так? Я подумал, что... Но, точнее говоря, не сразу пришел к этому выводу, а это произошло опять-таки благодаря подписчикам, а точнее моему подписчику Михаилу. Михаил, большой вам привет, я вам очень благодарен за эту идею, которая на первый взгляд кажется очень простой. Я вам ее сейчас озвучу, и все скажут: господи, ну-ка, это же элементарно. Вот как бы это ни было элементарно, а я как бы об этом не думал, пока мне Михаил об этом не написал. Да? Может быть, это говорит о моих ослабленных умственных способностях. Может быть, это говорит о том, что я просто зациклился на каких-то вещах. Не знаю, в общем, о чем это говорит. Но Михаил написал мне: вам нужно мотоцикл, который отличается от того, на чем вы уже ездите. И я подумал: боже, как это верно. Это очень верно. И таким образом стриты отпали практически сразу. Да, потому что, ну, какой смысл брать стрит, если вот этот мотоцикл от стрита, ну, посадкой почти не отличается. Он, конечно, тяжелее, там отличия есть отличия, все это так. Вот он так называемый, как у нас классифицируют, спорт-турер, да, спортивно-туристический, но он очень похож в практическом плане. Сидишь так же. Может, он потяжелее там. Вот такие дела. То есть, если я думал о покупке, например, там, может быть, литрового там Suzuki GSXS, или там, может быть, там Street или Speed Triple, и даже о Ducati я думал, как он называется. Вот слово вышибло, и все, я не могу вспомнить. Скрэмблер, вот. Еще, почему слова-то забываешь? Потому что надо ехать, а на мотоцикле следить за тем, чтобы куда-нибудь не врезаться, и думать о том, о чем говоришь. Поэтому очень много, это такая многозадачность. Мужчины, вы знаете, они... Многозадачность для них — это сложная вещь. Это женщины только могут решать 10 задач одновременно, а мужчины на это не способны. Вот, то есть я думал вот об этих мотоциклах, а потом, после того, как мне Михаил об этом написал, я подумал, что это очень-очень правильно. Почему я должен иметь такой же второй мотоцикл, вообще непонятно. И почему я об этом вообще даже думал. Вот. Таким образом, я стал думать: ну хорошо, какой же мне тогда следующий мотоцикл купить? И выбор у меня как бы какой был? Ну, взять какой-нибудь там Adventure или Scrambler, там, да, ездить по бездорожью какие-то там. Взять спортивный мотоцикл или взять крузер. По-моему, я все перечислил типы мотоциклов. Я не знаю, может, еще что-то есть, что в голову не пришло. Вот. Ну, напишите, если я что забыл. Вот. По бездорожью я ездить не хочу. Меня это, ну, пока, по крайней мере, не привлекает. Может быть, когда-нибудь, да. На данный момент нет, не хочу. Хочу все-таки немножко комфорта. Вот, хочу все-таки по дорогам ездить и так далее. Вот. Спортивный мотоцикл нужен, если ездить на трек. А ездить на нем по городу и вокруг — это будет горько. Ну, одна посадка чего стоит. Вот, поэтому его-то я отмел практически сразу. А вот, кстати, посмотрите, видите вот это здание впереди? А вот это гостиница, называется Stay City, апарт-отель.
сейчас вот этот коронарный-то китайский этот грипп, и в Великобритании два случая заболеваний. Оба случая у нас в Йорке, вот здесь вот в этом Стей-Сити. Два человека заболели. Их увезли в Ньюкасл потом, в госпиталь, который, ну, наверное, на этом специализируется. У нас есть свой госпиталь, но... Ну, так как даже как-то и не смотрит. Так вот, о чем я, да. То есть спортивный я мотоцикл отмел сразу. Хотя, конечно, есть мотоциклы спортивные, которые мне нравятся, но... Ну, просто не хочу сидеть в позе такой, как это называется, креветки. Поэтому решил, что не, это не мое. И остался я таким образом с вариантом крузера. И стал смотреть крузер. Вот. И автоматически пришел к Harley Davidson. Стал я этим смотреть на этот Harley Davidson, читать о нем, смотреть фильмы, немножко стал разбираться, потому что раньше я в них вообще ничего не понимал, какие они вообще бывают. Вот. А сейчас хоть такие самые общие знания у меня и есть. Вы увидите там в будущем, надеюсь, какие-то с этим, как их называется, тест-райды на Harley Davidson. Вот, и почти я уже совсем решил купить этот Harley Davidson, а именно Street Bob. И даже получил одобрение, поддержку Михаила. Но потом мне пришла в голову мысль, что надо бы посмотреть на еще один мотоцикл. Я посмотрел на него и купил его, не смотря на него. То есть купил его, в общем, по телефону. Свой Ducati отдал, купил по телефону. Видео об этом вы увидите в очень скором будущем. Так что Ducati у меня больше нет. Вот так и назовем этот следующий фильм. Ducati у меня больше нет. Вот такие дела. Да, то есть, как выбирать мотоцикл? Ну вот, я вам рассказал свои мысли на этот счет, что я вот на данный момент думаю об этом. И оставляю на ваше усмотрение решить, имеет это смысл или нет. Вот, но я пока вот думаю вот таким образом. Ну и, естественно, зависит от того, сколько у вас мотоциклов, какой у вас опыт управления мотоциклом. Я продолжаю придерживаться точки зрения, что когда вы начинающий, вам нужно брать мотоцикл, которым полегче управлять. Но, с другой стороны, все должно быть в рамках здравого смысла, потому что, ну, сами понимаете, если вы, например, человек высокий, то 125-ка для вас тоже вариант такой, прямо скажем, не очень. У нас здесь 125-ка, 99, я думаю, процентов начинают с них. Почему? Потому что законодательство так выстроено. Вот, в России такого нет, хотя я думаю, оно будет. Будет точно такое же, как в Европе. Потому что Россия идет в кульпаторе на этот счет. Вот, поэтому к этому вы придете тоже. Вот, но пока можно, значит можно. То есть вы должны иметь возможность управлять мотоциклом, который вы купите, так, чтобы вам было на нем, ну, комфортно управлять им. Если, например, это крузер, то тут, конечно, все, или бобер там какой-нибудь, это дело, конечно, облегчается, потому что уронить их довольно сложно. Вот, скорость на них тоже не набирают обычно люди большую. Тут у нас ипподром, видите, тут скачки проходят. Каждую
ну, каждую, не каждую, конечно, но часто по субботам проходят скачки. Народу приезжает с разных там городов. Куча довольно знаменитых здесь скачки. Я, правда, не специалист, поэтому не могу вам рассказать там ни на каких лошадей ставить и что и как. Не могу с этим помочь. Вот, но народ приезжает и пьют потом пиво. И, в общем, тут идет такая очень веселая такая жизнь в эти дни скачек. Так вот, то есть вы должны иметь возможность управлять этим мотоциклом. Спортивный мотоцикл, он чем хорош? Ну, тем, что управлять-то им, в общем, довольно-таки легко. Потому что он легкий и низкий. Спасибо. Вот, он легкий и низкий, и проблем с этим как бы у вас не будет. Но там другая проблема, ну, быстрый набор скорости, то есть там чуть-чуть как бы расслабились, зазевались, повернули ручку, и он у вас полетел, и это как бы чревато. Ну и потом то, что, конечно, там сама посадка на нем не располагает к длительной езде, вы будете уставать, а когда устаешь, теряешь бдительность, теряешь возможность управлять мотоциклом адекватно. Вот, поэтому, на мой взгляд, спортивный мотоцикл, как первый мотоцикл, не подходит. Если это не 300-ка, конечно, там, это, конечно, без проблем. А 600-ки, это уже немного перебор, на мой взгляд. Но я никого не агитирую, пожалуйста, как бы, пожалуйста. Каждый остается всегда при своем мнении. Я думаю, ну, не каждый. Я готов, если меня переубедят, если кто-то мне объяснит, почему спортивный мотоцикл для новичка чем-то лучше, чем, например, стрит. А я считаю, стрит или классический мотоцикл, они очень удачны для новичка. Особенно четырехцилиндровые. На этот счет я уже свою точку зрения высказывал. Вот. Ну, а кто любит крузер? Да, крузер достаточно безобиден. Я думаю, хорош. Вот такие мысли по выбору мотоцикла. Не знаю, все ли я сказал или еще что можно добавить. Вот так на первый взгляд вроде и все. Ну вот, собственно, и все на сегодня. С вами была Мотопанорама. Спасибо за просмотр. Всего самого лучшего. Удачи!